поставить звезды и развести сады и укротить тайфун. Все может магия. Есть у меня диплом, только вот дело в том, что всемогущий маг лишь на бумаге. Мужик, держись! Без... Горло болит. Держись. Без слез. Бывает. Приболел? Давай. Все, и как мужик без слез. Оставить тебе водичку? А Васю тебе оставить? Не надо. Не надо. А то я могу с тобой постоять. Я здесь постою, ладно, на всякий случай. Как дела? Нормально. Имя? Никита. Город? Город? Карабаново, Владимирская область. Что случилось с голосом? Не знаю. Разнервничался? Я могу сказать, что случилось. Расскажи. Я думаю, что... Ну, пересохло. Пересохло, во-первых. Переволновался. Переволновался. А в-третьих, наверняка ты все это время, пока ты ждал, ты распевался. Да. Вот еще так. И распевался так. Вовсю, да? Да. Ну, нет ли так аккуратно? Ну, правду очень. Говори. Нормально. Потому что вот я с таким сталкивался... Вот перепел. Перепел бывает так. Когда человек готовится настолько, что он боится все время остыть, угу. И он начинает с самого утра распеваться. А плюс и вот, еще волнение же. Бац, и плюс волнение, конечно. И ожидание. Когда не, волнуешься, не очень контролируешься. Не расстраивайся. У тебя были прекрасные такое. Ноты. Спасибо. И то, что ты допел, понимаешь, это тоже, это говорит о твоем характере очень сильном, потому что это очень сложно, когда что-то вдруг на сцене идет не так, не по нашему плану, переломить ситуацию и продолжить, это, знаешь ли, качество серьезного, настоящего артиста. Ты молодец. А я тебе еще скажу, что Василий не даст соврать. Нет. Василий не даст. Не даст. Что это? Правду только говорите. Пожалуй, да. Правду и только, или, и только правду. Да. Такого необычного выступления у нас еще не было. Да. И я думаю, что зрители это точно запомнят. Наверное. Ты чем занимаешься, помимо музыки еще? Чем заинтересуешься? Я играю еще на пианино. Молодец. А еще у тебя улыбка такая прекрасная. Просто красавчик, да? Пожалуйста, вообще. И галстук, галстук правильного цвета. И галстук правильного цвета, да. Спасибо. Нет, ты правда очень, очень обаятельный. И, пожалуйста, не расстраивайся. Ладно? Не буду. Вот. Молодчина. Пойдем. Время за мною тратит.
все хорошо. Спокойнее и вперед.